отделиться от бедра, можно выворачивать его в эту сторону. После этого приема удержать автомат в руках практически невозможно. Обезоруживать потенциального противника сегодня учатся студенты и школьники Екатеринбурга. Многие впервые увидели автомат Калашникова вживую. О том, как правильно и, главное, безопасно обращаться с оружием, рассказывают инструкторы студенческого центра патриотического воспитания при Горном университете «Святогор». Пришло понимание, что очень много парней на самом деле не просто не держали в руках автомат, да и вообще оружие. В принципе, не представляют, как с ним взаимодействовать, как безопасно его держать, как безопасно из него целиться, как безопасно для окружающих из него стрелять. Всегда обращаться с оружием как с заряженным и не касаться пальцем спускового крючка, пока не прицелишься. Правила стрелка студенты заучивают наизусть. Когда в руках автомат, концентрацию нельзя терять ни на минуту. Оружие всегда смотрит в том направлении, куда бы вы ни стали стрелять. Как уменьшить отдачу при выстреле, что делать, если попал под огонь, и почему в боевой обстановке крупные объекты нужно обходить с левой стороны. Эти базовые навыки владения длинноствольным оружием могут никогда не пригодиться, а могут спасти жизнь. Меня всегда привлекала военная тематика. Это на самом деле очень интересно, и я не считаю, что если я девушка, я не должна уметь обращаться с оружием. Автомат действительно очень тяжелый, на самом деле я думала, он будет легче. Вот, держать его в руках, прицелившись, на самом деле тяжело, руки начинают дрожать, затекать, автомат хочется опустить, но нельзя. Такие мастер-классы – практически уникальная возможность для молодых людей отработать новые умения, подготовиться к службе в армии и даже изменить к ней свое отношение. Но для многих вопрос о том, служить или нет – дело решенное. В любом случае придется, но есть два варианта – либо служить сейчас, либо после окончания института. Патриотическим воспитанием в Горном занимается уже не один год. Проводят занятия для ребят разных возрастов. Опытом горняки готовы делиться со всеми желающими. Сейчас разрабатывают новый мастер-класс, в котором от основ обращения с оружием перейдут к тактике специальной подготовки. Дарья Башкатова, Артем Аверкиев, Горные Вести. Все, оружие на предохранителе.